В бассейне покупались, теперь под дождем купаемся, да? Не снимая купальника. На улице плюс 30 и дождь. Ой, юбка летит. Я бегу за папой. Не бегайте. Классно? Под душем? Да. У тебя юбка слетает, потяни ее. Не слетает. Класс? Да. Все, можешь хватит тебя футболку уже вся сырая. Хватит. Вы уже в бассейне покупались, хватит. Нет, идем, заходи. Ты вся сырая вон. Заходи, переодевайся. И Лиза, иди тоже шортики. Лиза прям кайфует от этой песни. Да? Знаешь, что я сделаю? Лёшка, дома же? А у меня кофе даже. Что, Лиза? Лиза. Что еще? Акитату еще спеть? Да. Атату, да ти тату, ти да ти. Адри татушечки, адри тари тата, адри татушечки, адри тари тата, хоп, атари тата, хоп, атати тата. Так надо. Что-то скажи, мам, ты старая что-то поешь, надо адри татушечки более современный лад. Все, все вытоптала. Лужу. Вот такое наикрасивейшее платье заказали маме. Вот здесь такой как гипюр. И Лиза, подожди, не трогай. Сейчас я засниму, потом потрогаешь. Вот здесь тоже все так вельвет. Мягкое, такой приятный цвет. Темно-синий. Здесь как на резиночках. Уйди! Уйди! Ты зачем садишься? Я же специально положила, чтобы заснять. Такое шикарное. Ткань такая приятная. Не трогай, подожди. Стретчивай чуть-чуть. Надеюсь, отойди, подойдет. Вот здесь уже вон бабуля. Вот это будет собирать немножко, конечно. Надо будет таким валиком. Ну, как красиво. Ну, красиво будет бабуля, да. Вообще, красотища. 9 миллионов. Ну, она смотрится так. Заказывал на Wildberries. Фирма Benitra Bini. Там оно идет как большие размеры. Вот у них. Вот это 66-68 размер.
цвет темно-синий заказывала 1000 с чем-то там. 1000, не помню сколько, ну 1000 с чем-то, но это по скидке. Так она намного дороже стоит. По-моему, 3,5 или 4 или 1000 вот такое платье. Вот когда скидки такие появляются, можно хапнуть. В общем, здесь тоже все прошито, все такое. Очень приятно, и ткань приятная, и вот здесь прямо очень нежная, мягкая. Красиво, да? Да, себе я заказала вот такой. Настя, подвинься. Тупик. Да. Такой на одной лямочке. Здесь хорошо есть всякие штучки. Оджи. Такая вот она красивенькая на лето. Была и только черного цвета. Она у тебя большая будет. Да что ты будешь делать, а? Что ты какая садишься и садишься? Нельзя садиться. Так, ну а вот так смотрится моя. Сейчас. Видно будет. Неудобно себя так снимать. Ну, в общем-то, вот. На фоне унитаза. Мне нравится. Вообще. Здесь такая резиночка. Их вообще раскупают очень-очень быстро. Вот эти вот. Я закинула в отложенное. И вот она как появилась, вот эта кофточка, стоит 400 рублей. Ткань такая, как мелкая лапша, приятная, стоит 400 рублей. И вот я только себе заказала по своему размеру, он немножко маломерит, то есть надо брать чуть-чуть побольше, например, на размерчик себе. И, короче говоря, я как только себе взяла, сразу же этот, все раскупили. То есть по такому размеру больше нет, 42-й, по-моему, там был. И еще какой-то большой. Вот. А вот такой, ну, стандартный размер, вот как у меня 44, 46, уже быстро-быстро раскупают. Мне нравится, клево. Нам привезли целый КамАЗ песка. Сейчас Валера начал все снимать. Вот здесь вот расковырял. И боль просто моя. Вишня такая, она хорошая. Придется ее спиливать. Но вот эти две вот сейчас спилит. Не знаю, но там под низом, внизу получается, под землей, под забором корни. От вот этих вишен получается идет. Не знаю, посмотрим, выживет, не выживет. Опа, моя боль. Больно мне, больно. Даже можешь одну пока. Аж вот по этой проходит. Да давай вторую уже чуть-чуть. Одну пока. Ну тут-то ладно. Та она не очень спела, ну как бы хорошая, та такая. Там было много, помнишь? Ну много, да, как бы там эта ветка. Ну, а это... А... Ну, то, наверное, нормально, да? А? Нормально. Посмотри, ну, ветки эти сюда же идут. Все же она больше не мешает. Ну, вон же сколько там еще от нитки? Че? Сантиметров. Ну, и вот я все равно разрублю. Угу. Любом случае. А та вишня, она сама по себе какая-то. Постоянно то тля на нее садится. Как-то она... Ну, на нее то на ней тоже вишни есть. Просто так обидно. Вот эта старая одна вишенка. Вот эта вот молоденькая. Но здесь вот еще одна поползла. Здесь было две штучки. А вон, видите, где кирпичик зелененькая? Да, вот сейчас папа сделает. Потом досточки туда положит, чтобы ходить можно было какие-нибудь. Может, тебе забор снять? Подожди, пока не надо. И тут придется немножко. Может, какие-нибудь корешки все-таки это? Хватит ей. Болеть будет. Ну, посмотрим, что. Да-да, нет, так выпилим. От вишни тоже ведь много она же. Ростков дает, да? Да. Сама хожу и сама себя успокаиваю. Сама хожу. И ты сама ходишь, себя успокаиваешь, да?
придется, да? Элиза, пожалуйста, не надо ходить. Можешь туда. В одной стороне. Мама же, все. Стой ладно. Здесь. Мама же туда-сюда ходит, просто снимает. Ну, короче, мешает она Валере. Она и будет ложить сюда, кирпич мешает. Ну да. И заливать сюда лазить. Палка. Вот те две останутся. Валер, что это за палка? Элиза спрашивает. Это от машины. Это от машины. Положи. Вот сыграем, они нужны. Ну а потом вдруг нужна. Не надо, она вообще не. Короче, вот такой вот у нас тут план. Видите, работы. Здесь вон сколько сантиметров? 40 сантиметров в общем. Потом будет красота. Потом еще плиточку сюда постелим. Вообще будет шикардос. Да? Да. Будет шикарно, скажи. Будет. Да. Да. Только вот здесь и ниточку. Что подождет, а не пойти. Бассейн помыли. Девчонки искупались. Может и дождик начинаться. Да? Ладно, хоть успели сегодня искупаться. То вон сколько, какой дождик был. Целый день идет и идет, идет и идет дождик. Да? Сейчас вроде бы более-менее. Вот еще мое спасение. Вот черешня, видите, как от соседей пошла. Мама, вот такая вот крупная. Прическа. Ну. Смотри, какая у меня прическа. Прическа? Да, это вот вообще красная. Я. Аккуратно шейку. На шейку не надо так делать. У-у-у. Ладно? Мама. А еще пора мне чеснок убирать. Видите, как он все пожелтел. Уже все надо вот одну вытащить. Ну, что ты не фокусируешь? Вот такой вот. Надо посмотреть, что там внутри. Ну, ему уже все, он уже ничего не сделается с ним. Не надо, это же больно от атахи. Перебрала, короче, я. Все вот эти вот ягодки, клубничка, смотрите, они лежали 2 дня. И вон они просто все красные-красные. В общем, решила я вот это дело заморозить, кусочек лета. Взяла контейнер, положила сюда пакет для заморозки, чтобы ягодка к ягодке была. Сейчас вывалю, закрою крышкой и морозилку уберу. А уже потом вытащу контейнер. Потому что, ну, как бы, контейнер-то мне еще пригодится. Зиму-то я не буду держать его. А мешочек просто, когда замерзнут ягодки, достану. То есть за мешочек и все. И они будут в мешочке. Так вот. Ой, запах просто невероятный. Они сладкие, как конфеты. Постояли, вот смотрите, она просто... У меня сейчас руки, конечно, естественно, я же перебирала. Просто вон. Все красное. Они как конфетки. Сладкие. Все. Так закроем. Они замерзнут. Я потом вот так раз достану. И все, и они у меня в мешочке будут. Одна к одному. Одна к одной ягодке, в общем. Все. Для пота.